Здравствуйте, уважаемые гости, жители. Это Якутска, наши гости из Мандуранского района. Очень рад, что сегодня присутствуем на данном мероприятии. Вот, и как раз в январе, начало года, и нашему уважаемому человеку Гавриилу Васильевичу Снежковскому сегодня исполняется 135 лет. Вклад Гавриила Васильевича в историческую, общественную и культурную историю Якутии очень большой, и мы все об этом знаем. Ну и, конечно, его постигла очень такая судьба. Он вместе с Владимиром Маюшкиным, к сожалению, был репрессирован, но его светлое имя было восстановлено, реабилитировано. Вот. И вообще, семья Синопонтова, она много сделала именно для государственности нашей республики. Вот. И знаково то, что сегодня здесь, в городе Якутске, открывается эта улица. И надеемся, что последующий этот район будет и в дальнейшем развиваться. Она, ну, если ты говоришь, она у вас такая, урой, хабалов.